Всем привет, друзья, с вами Пейн, и прямо сейчас мы вместе с вами посмотрим такой замечательный мод, который добавляет в Майнкрафт очень странного моба. Очень странного, и я не понимаю, почему... Ну, ладно, не совсем понимаю, почему столько внимания этому моду уделяют в комментариях к этому моду на сайтах. Уделяют столько внимания, я не совсем понял, потому что, ну, ничего такого интересного, ну, именно полезного, например, он не добавляет. Он добавляет вот таких вот... Очень странных мобов, очень странных мобов, которых я не знаю, как расценивать, это сквида-курицы, что это? Ты где-нибудь идешь и из-за блока щупальцы, господи. Я что, попал в японское аниме? Что со мной не так? Ну, в общем, эти штуки, я не знаю, почему всем так они нравятся, но, наверное, они милые, черт возьми. Я не знаю, наверное. Ну, по крайней мере, маленькие милые. Большие какие-то просто коробки со щупальцами просто. Не знаю. Не то, чтобы мне нравилось. У него два рта. Прикольно. Чрево. Ладно. Окей. Сквичикен. Сквикен. Стоп. Сквикен же, да? Сквикен. Да, сквикен. Сквикены... Выглядит следующим образом. Спавнятся они вот в таких биомах, как они называются-то. Лесные, летние, как бы, биомы. Недалеко от воды. Вон сквиды. Вон курицы. Где-то вот здесь и... Ну, вот эти штуки. Сквида... Сквид-чикен. Сквикен. Сквикены, да, точно. Все, я запомнил, сквикены. Что можно с ними делать? Ну, во-первых, можно... приманивать их рыбиной. Да, сырой рыбиной. Можно ли жареный? Интересный вопрос. Мы разберемся. Легко. Оп. Нет, они не любят жареную рыбу. Они любят только сырую. Эй. Где второй? Эй, второй. 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 Рыба. Смотри. А ты хочешь? Так, их можно покормить, но эти, походу, уже сыты. Я их уже кормил. Так, ладно. Берем, кормим. У меня FPS провисает. Я не совсем понимаю, почему. Хватит мне провисать. Все, нормально, нормально. Прикрикнул Илья, и FPS испугался, и перестал провисать. Эх, Илья. Ну так вот. Приручать мы, к сожалению, не можем. Ничем, то есть, ни рыбой, ни... Где? Вот, ни семянами, как бы, никак они их не едят. И рыбу они не едят, и жареную рыбу они не едят. Они декоративные и очень странные мобы. Гадкие утята, я бы их так назвал. С щупальцами. Японские утята. Окей, господа, вперед. Вперед. Вы свободны, ура! Ну и, а если они умрут, то с них выпадет комбинированный лут. Да, комбинированный лут. Два мешка с краской, одна курочка и два пера. Вот такие дела, господа. Вот такие дела. А с маленького ничего не выпадет. Так что, вот, в принципе, и все. Всегда был рад помочь. Если вам понравилось это видео, можете подписаться на канал, оставить комментарий, поставить лайк. Я желаю вам удачи, всего хорошего и пока!